Как же сложно порой нам бывает угодить. Если улицы не чистят, нам это не нравится. А если чистят, то мы тоже недовольны. Недовольны тем, что под колесами наших машин крутится какая-то уборочная техника, снуют люди с лопатами, работают эвакуаторы, передвигая мешающие автомобили. К счастью, большинство одинцовцев к этим временным неудобствам относятся с пониманием. На острие уборки сегодня муниципальное предприятие «Автостоп», Одинцовская ДРСУ и управляющие компании. Хотелось бы обратиться к жителям города, обращать внимание на дорожные знаки. Сегодня убираем нечетную сторону улицы, знаки висят. И еще раз обратиться к жителям, четко придерживаться правил дорожного движения. Перемещение оставленных владельцами машин происходит в присутствии сотрудников ГИБДД в полном соответствии с законодательством. Затем автомобили возвращают на прежнее место. Впрочем, если авто припарковано с нарушением правил, например, на пешеходном переходе, его, конечно, эвакуируют. Стоит заметить, что механизированная уборка и быстрее, и качественнее ручной. Если взять одну улицу Молодежную, здесь вот разом стоит около 40 машин. Значит, сразу мы эти машины не берем. У нас сегодня работает 5 эвакуаторов. И, ну, в течение дня вот эту улицу Молодежную, я думаю, дорожники уберут, ну, с нашей помощью. Деваться некуда, это жизнь. Надо делать дело, надо убирать, да, город. Вы знаете, что у нас творится. И, ну, я надеюсь, что люди с пониманием относятся к этой проблеме. А дальше, обращая внимание на знаки, не будут просто парковаться в этот день, которая не положена на той или другой улице. По словам Владимира Жандарова, на тех улицах, где водители паркуются с оглядкой на знаки, уборка идет намного быстрее. В пятницу к вечеру город уже практически убран. Однако синоптики вновь обещают обильные снегопады в канун крещенских праздников. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».